15. Накс, ты где? Термиток. А ты что, не двигаешься? Миток. Да он там стоит, во. Это бот. Не-не-не, он в это вселился, в это. Да он только что был, но он походу вышел опять. А, не стоит. Так, Миток, пошли. Зенитка здесь и аккуратно, она убивает. Я только что очнулся. Вы это, возле нее как бы не бегаете так сильно, знаете? Ну, то есть аккуратненько. Боеприпас выжить. А теперь только возьми отсюда рюкзак и загрузи вон из того снаряда в него. О! А, это кто-нибудь из вас поможет мне сейчас пулемет дотащить? Пулемет можно сюда поставить, в здание-то. И обзор, в принципе. Чего? Блин, ты пропадаешь. Так прям говорит с тобой, мы на своей точке. Принял. Вы добиваете до 3-3? Либо до РВД? Азимут? Можно, да, хотя бы? Можно. Только азимут какой? Ровно на север. Как слышишь, прием? Слышал. Еще вижу парашютистов на азимут 60. Ну это один самолет, скорее всего. Второй не видели самолет? Мужики, десант был на севере. Слышите? Десант на севере. Термиток. Он вылетел, кажется. Слушай, можешь взять, пожалуйста, этот ящик? О, воин. Возьми вот там, возле здания, ящик для МГшки. Сейчас расчет поставим наверху. Ящик. Блин, какая-то позиция здесь ящик. Неопределенная. Ящик. У тебя лагает микрофон. Ящик. Где тут ход? Ящик. Так, слушай, ящик. На второй этаж не тащите, здесь вообще не очень. Так, я спускаюсь со второго. Давай искать другую позицию. ТЦ там засели уже в доме? Чего? АСС эти. Да, они в этих домах соседних. Давай. Блин, а куда его поставить? Ну давай, пошли на край, туда поставим. Можно вот в этот дом, можно. Давай вот в это смотри. На две стороны, в принципе, нормально. Сейчас я ящик тут оставлю, пойду посмотрю, что там. Что это за говно на западе? СТБ это у вас? Пионер, понял. Да. Пионерчик. А. Я слот у кого-то отжал, возможно.
Ну, иностранцев, скорее всего. Я стрелка взял самого бесполезного специально. Хорошо. Надеюсь, никому не помешал. Надеюсь, а. Так, это что? Это не то. Так, это. Ты где? Так, ты где? На пионе. Да. Потом. Да я сзади. Нормальная позиция? Ну такая, короче. У нас есть второй пулемет, сейчас пойдем поставим. Вот в тот дом можно поставить, там вообще никого нет. В тот дом? Давай так, у нас есть два пулемета. Это, Блифчер. Я. И воин. Берете вон там пулемет. Вон он. Под, и с этим, с патроном, и тащите в это здание. Которое? Да, я покажу. Вот, вот там. Угу. Ладно, с меня патроны ты тащи. И Блифчер прям это, ящик. Есть ящик. Так, подожди, а куда ты патроны запихал? На связи. Короче, они могут через нас, через нашу метку пойти, через триггер прям посреди. Принял. Но они могут и восточнее обойти. Литер, ну, дай свой дом. Проходи сквозь здание. Иди на улицу. Направо. Ребят. Так, ребят, поставили пулемет? Cruzar la carretera, miraros este. A ver este que tiene el tejado aquí. Самолет. Это? Чего самолет? Me da unos bajones de FPS brutal. ¿Se puede subir a la segunda planta? No veo nada. No hay linterna, no hay luz, no hay nada. Так, воин, ты где? Я в этом доме с пулеметом. А где патроны от второй МГшки? Возле дома того, куда ты его заносил. Ага. Я просто на восток пулемет хочу поставить. Пошли, спустишься, перетащим. Ну, Блифчер пусть забирает, я за пулемет. Окей. Так, Блифчер, топай сюда. Да, вы шли, я? Где-то на севере самолет. Наверное, да. А где ты? Es que por ahí no se sube, por el otro lado. Варинг. А, да, стоп. Get out. Эй, No. Пусть похоже. Блять, как вам объяснить, ебаный урод? Spanish, get out. Stay here. Yes. Dangerous. Да. О, окей. Come on. Thank you. It's so dangerous gun. Так, Блифчер. Да. Давай, тащи патроны. Я в здании на втором этаже. Тащи на второй этаж. Так, кто у нас на связи, кроме с тобой еще? Да я не знаю. 2-3, зенитка. Так, 2-3, вы на востоке, да? Да.
На связи штаб. Командир разведки убит, Пушкарин принял командование на себя. Принял, как у вас ситуация? Забрали, едем на базу. Отлично, красавчики. Уезжайте все на восток. Самолет северо-запада. Штаб, прячьтесь. Да, вижу, они уже тандерболта взяли. Да, сейчас буду работать. Как только из идеи вылетел. Да, догоняйте их. Он заходит. Они могут по танкам отработать. Да норм, все. Так, Блифчер, ты где? Че хочешь? Ну, пусть сидеть тут рядом со мной. Так, МГшка готова к бою. Посматриваю туда, на восток. Ой, по нам летит. Так, ложись. О, блин. Ёбаный лоб. Зенитка живы? Живы, живы. Так, ну вроде попали, а вроде нет. Да хрен его. Да что ж такое? Voy a volver otra vez, ¿vale? Предупредишь, когда пойдет на заход? Ну так примерно, да, слышу. Так, просматриваю восток. СТБ у вас тихо? Да, тихо. Так, 2-3, зенитка. Вот тут. Блять, сука, машина. О, блядь, пиздец. Шо, зенитка косая, шоу косой. Не, нормально, гоняй его. Но он по нашему дому работает, я не. Слышишь? Да, слышу прям. Бисы поставил метку вам. Туда везите и там ее разложите. Может, первый этаж? Принял. Слушай, на вас заходит, давай-ка. Принял. Бля. Ёбаный ухват. Бля, там ничего не знаю. Там крепкий такой. А бисы встретили сопротивление какое-то? Большая просьба заглушить БТР. Так, бисы на связи? Ваш. Задача боевая. Где-нибудь поставить на Бельверфер так, чтобы при выстреле он не ёбнул в здание соседнее. Зарядить его и ждать приказа. И стрелять через баллистический калькулятор. Чтобы рядом кто-то должен сраться рядом быть, чтобы в случае атаки отработать. Пионер, можешь мне выделить раба, который будет заряжать? Мой вылетел. Блифчер. Я. Идешь к зенитке. Вон туда. Будешь ее заряжать. Да, послал тебя амбишника. Вылетел. Так, рюкзак. Бис. Вон справа рюкзак валяется. Пушкарь. И в других ящиках валяются снаряды, будешь заряжать. Блять, куда я его положил? Небольшие проблемы с минометом, его нельзя передвинуть. Мы его сейчас обратно попробуем погрузить и вывести на место поставить. Давай.
берешь троих бойцов, посылаешь их на восток, в крайний дом с разрушенной крышей. Здесь МГшку поставили, они будут с этим расчетом. Я сейчас там жду. СТБ, попробуй... на связи? Да, на связи. Попробуйте связаться с РВД, они на связи? Пионер, значит, миномет, где выгрузили, там выгрузили, он больше не это самое, не перемещается. Ну, в некоторые места, возможно, мы не попадем. Не, нормально стоит. Так, самолет заходит. Так, пацаны, съебались куда-нибудь, сейчас самолет отработает. Блять. Че, убивало? О, Цвод, ты живой? Да. Сколько у тебя бойцов осталось? 6. Так, бис, пушкарь, да, я. Да, короче, да, берешь, да, своих всех бисов, садишься в ганамак и едешь на во второй триггер, понял? Во второй, на западный, КПП, да? Да, на КПП. Принял. Давай только по-быстренькому. Слушай, и это рация ж по вас была, проверьте там, все же ли живы. От ГСГ остаетесь здесь в зоне? Так. Подожди, ГСГ, вы остаетесь в зоне, едете только бисы. Да нет, у нас всего двое сейчас бисов. Берешь Минска и берешь одного этого. Так, ГСГ сколько у вас осталось? Двое, трое? А, и берешь этого Арануса. Все, давай, от этих двоих бойцов. Минск тоже взломал. Все, ГСГ, сколько у вас осталось? Двое, все. Трое там еще. Короче, Айс, идешь в тот дом, вот за этим домом маленький, там пулемет МГшка разложен. И его занимаешь. Накс. Да. Накс. Что, на связи, прием? На связи. Я тебя слышу, ты где? А кто спрашивал, кто вызвал пионера? Из-за вас только что двое пути. РУДВ? Да. Что здесь произошло? Самолет. А, понятно. Бля, ёбана херня, ненавижу. Что такое? Да я, блин, зарядить хочу, она что-то не хочет. А что с уголом делать? А слот как вы там прорвались? Как? Вот, видишь. Все остальные подохли? Да.
А вы встретили хоть кого-то? Я еще живой. Я вылетел. Бля, я тебя связал. О, Ренда, давно тебя не было, наверное. Развяжи меня. Ага. Тебе повезло, то что два раза сюда самолет заходил. И ты выжил. Да я сам в шоке, как я еще выжил. Блять, слушай. А, нет, не, не, нормально. А где второй ящик? Оцелот. Сейчас. Где-то был. Ну слушай, тот второй там просто какой-то БК. Я забрал. У меня рюкзак совсем. Ну, не надо, во-первых, так, а во-вторых, бери. А в рюкзаке был бы БК у кого-то. Просто у меня было столько там гранат, я правда. Да, да, да. Короче, второго БК неизвестно где. Так, бис на связи. Западный КПП на связи, кто это? СТБ на связи? На связи. Вы видите, что там происходит на западном? Бисы. Бисы на связи? Где остальные? Я не понял. А? Ну, иностранцы вот там сидят. Там зениточка. Ага. А ГСГшники? А ГСГшники здесь бегают, но их там осталось только двое. КСГ он на зенитке сидит еще. Самолет все? О, красиво. Все. Где, 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 где? Упал? Один самолет один. Да. О, красавчики. Штаб на связь. На связи. А Ганомагу что делать? У нас пушкаря грохнули, потеряли. Мы вернулись на въезд, стоим на выезде, в западном выезде с нашего триггера второго. Вы на КПП сейчас, правильно? Нет, с КПП мы подъехали на въезд, нас начали обстреливать, заходить с фланга, я уехал. Потеряли пулемет, на пулемете пушкаря. А КПП, вы можете на КПП прорваться и глянуть, что там? Пробуем сейчас. Либо сказать, где скопление противника. Попробую. Но там были несколько, я видел лично, там британцы бегали. А. Так, внимание, внимание всем. У нас есть ракетный миномет, и он заряжен. Один заряд. Видите какое-то большое скопление пехоты ставить или говорить, куда стрелять, мы стреляем. Мне кажется, кто-то нашел скопление пехоты. Так. Слушайте, рядом с минометом куча трупов. Так, бойцы, нашли кого-то? Бойцы. Там рядом с минометом куча трупов. Это не я их случайно завалил, когда по стене выпил. Кто тут это снизу слышит меня? Ребята, слышит меня, прям около дороги противник пробежал. Много? Понял. Около зоны противник. Да, их видел. Han corrido de derecha a izquierda, ¿eh? De derecha a izquierda. Han hecho este movimiento. Mirad mi fusil. Han hecho este movimiento. Pionier. Он, короче, okay. Самоубился. Кто он? Леничек. Я не знаю, он пробежал мимо и сдох. Смешно, если б не так грустно. Так, зенитка. Идете на восток, которая восточная, и палите, если там много противника, отрабатываем туда с ракет. У нас и зенитки, я остался. Ну вот ты с рацией хотя бы. Чтобы связь была. Принял. Если видите там отделение, все, говорите, туда работаем. Только
меня компаса нет. Ну я примерно представляю где-то. Так я не представляю, где восток. Восток — это куда сейчас пулемет работает. Ага, понял. Ну, в принципе, тут и были. Да, в принципе, можно туда отработать, я думаю. О, фейерверк. Да, вылетел. Чей ганамак пытается? Наш? Наш ганамак. Так, СТБ на связи? На связи. Как у вас? Тишина, только вокруг нас ганамак катается за зданиями. Ну это наш вроде. Наш ганамак, не стрельните. Ганамак, вы сможете слетать на западное КПП и глянуть, что там вообще? Откуда? Где-то север. Принял, обороняйтесь. В случае чего, отступайте в зону восточную. Есть стрелок, да. Вас случайно не убили? Так, слышно второй самолет. Нет, нормально, у нас стрелок на месте. Так, амбит. Что, мне можно зенитку сесть? Да, да, да. Это, что у вас там? У меня все на. Видели фейерверк? Пошла жара. Я не знаю, я туда по кустам стрелял где-то. Кто-то из уровня бегал. Ну, там... Одного я пеха видел. Так, не знаю, туда-сюда смотрю, там стрелять. Так, СТБ. На связи. У вас там продолжается атака севера, по-моему? Нет, прекратилось. Вы можете здесь связаться с РВД, они на связи, живы еще? Я пытался, короче, сейчас молчат. Ну, скорее всего, не померли.
угол наклона у этого пулемета просто ужас. Блять. Чего ты уже? СТБ. На связи. Дуйте в зону восточную. Принято. Только осторожно, самолет летает еще. Зенитчики мертвы, я на зенитке пока. Делать с головномагом. Мы стоим в зону восточную. Идем на восток? Да.
на связи. Свои, на связи. Входите в зону, здесь противник уже. Они с базук пахнули танки. Принято. Там нас отстреляли, наводчика грохнули, и мы отъехали зона, обратно зона сюда. Восточно. Но мы на востоке, на въезде, прямо напротив КПП стоим на нашем триггере. Ждите, обороняйтесь, куча пехоты рядом, вражеской. Да, так точно, принял. Я тебе сказал минуту, как гадить.